Профессия учителя – одна из самых благородных и уважаемых в нашей стране. Учителя дают детям не просто знания. Они воспитывают, помогают раскрыться талантам. Становятся примером в жизни каждого ребенка. Учитель и воспитатель закладывают в ребенка основы поведения и восприятия мира. Именно поэтому профессии учителя всегда уделяется особое внимание. С большим размахом ежегодно в городском доме культуры проходит чествование лучших педагогов муниципалитета. И посвящено это награждение, конечно же, Дню учителя. Городской дом культуры встречал гостей праздничным убранством и, конечно же, выставкой достижений учащихся школ города и района. Здесь и поделки, и результаты проектных работ. Ведь праздник – это повод для гордости. А чем еще гордиться учителю, как не достижениями талантливых учеников? Учителя гордятся учениками, а район гордится педагогами, имена которых год за годом прославляют родной муниципалитет на краевых, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Буквально вчера состоялся торжественный прием губернатора, на котором от муниципалитета у нас были представлены 4 человека, представлены высоким краевым наградам. Такими показателями не может похвастаться ни один муниципалитет. Много добрых слов со сцены в этот день было сказано учителям. И они действительно заслуживают этой похвалы. Ведь от их мастерства, знаний и умений зависит будущее страны. Будущее, которое предстоит строить их сегодняшним ученикам. Спасибо вам за то, что вы учите наших детей, что вы им даете, воспитываете их. Рядом с вами они понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Пожелать вам бы хотел, чтобы вас радовали ваши воспитанники, чтобы они, наверное, были благодарными вам. День учителя в каждой школе проходит с размахом. Но не ради букетов, поздравлений и наград каждый день учителя заходят в класс. Быть педагогом – это призвание. Многие из выходивших на сцену в этот день своей профессии отдали не один десяток лет, воспитав сотни прекрасных детей. За значительный вклад в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд нескольким педагогам района было присвоено звание «Почетный работник сферы образования России». В их числе директор 5-й школы Нина Катаева. Мы вообще не думаем, за награду мы работаем или как. Начинается день, мы знаем, что нужно идти в школу. И отдаешь этой школе абсолютно все. Почти 40 лет я проработала учителем, что все-таки я проработала не зря. Был период в моей жизни, когда мне 3 года не пришлось работать в школе. И когда 1 сентября дети пошли в школу, а мне не нужно было идти, поверьте, я весь день просто проплакала. Что это? Как это назвать? Я не знаю. Но действительно говорят, что призвание. Наверное, да. Я считаю, что я свою профессию выбрала совершенно правильно. Воспитатели детских садов, педагоги отрасли дополнительного образования, учителя начальных классов и предметники, преподаватели профессиональных учебных заведений. Десятки фамилий были в списке награждаемых на этом районном празднике. Но одна из самых главных – это фамилия человека, который в 2018 году был назван педагогом-легендой. Им стала Алла Алексеевна Яцкова, ветеран педагогического труда. Свой трудовой путь она прошла, работая на станции юных натуралистов. Любовь к детям у меня с детства. Собирала как-то вокруг себя детей, что-то им читала, рассказывала. Это вот осталось. Но получилось так, что специальность у меня не связана с учительством. И поэтому в эту профессию я пришла не только как учитель, но еще как любитель животных, любитель детей. Спасибо главе района, управлению образования за такое отношение к учителям. А учителям здоровья, удачи, хороших учеников и долгих-долгих лет жизни. Завершилось торжественное мероприятие большим концертом Государственного академического ансамбля народного танца «Адыгея» «Нельмес», который глава района подарил педагогам в честь Дня учителя. Мария Климова, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».